Привет. Всем привет. Это снова мы. Сегодня день второй. Мы находимся в Хабаровске. Переночевали в гостинице. 5 звезд называется она. Не что она 5 звезд. Да, находится. Такое название. Да. На улице Суворова 8. И мы поняли, что это очень популярное место для тех, кто едет на море. Ты знаешь, на самом деле, я думаю, что дело не в месте, а в данное время. Просто мы сейчас приехали. Все едут на море, мы вчера приехали. У нас была вроде как единственная комната, которая находилась аж на 6-м этаже, у них тут лифта нет, поэтому, наверное, ее и не сдали. Ну вот, ну короче, мы за трехместный номер, в принципе, не заплатили 2500. При этом был включен завтрак, то есть завтрак мы не оплачивали. Сейчас мы хотим прокатиться немножко по Калининграду, по Хабаровску. И чуть-чуть вам показать, да? Через центр проедем, если получится остановиться на площади Ленина, это же вроде как самое... значимое место. Может, там какие-то эти митинги. Ну все, разворачивай. Да ты даже не выключай. Так, да. И поговорим так. Мы в Хабаровске были несколько раз, но всегда проездом. Несколько раз? Много-много раз, но всегда проездом. На самом деле, когда ты предметно гонишь машину, то нет никакого смысла заезжать, останавливаться даже в городах. Mm-hmm. Вот вчера вот как, эта ситуация... образовалась из-за того, что не надо было все-таки так. Мы едем, видите, как бы путешествуем, типа. Вот. А если бы мы просто тупо гнали машину, как всегда, супругой, то мы остановились быть за Биробиджаном, на заправочке, и уже я в 7 утра бы уже ехал. Да. Ну, мы же путешествуем ради путешествия. Ну и что, поснимать что-нибудь? Чтобы что-то поснимать, что-то показать, самим посмотреть, деткам показать. Детей показать. Поэтому, да? Смотрите, первое впечатление. Широкий проспект, дороги хорошие. Смотрите, чуть-чуть, еще одну полосу добавить, и будет проспект Мира в Москве, да? А мне знаешь, что странно, что деревья все сухие. Сегодня 24 июля, как будто вчера осень. Вчера было 40 градусов. Да, то есть давно стоит жара, да? Давно стоит очень жарко, и, наверное, давно не было дождей. Вчера такая была погода, я, если честно, Калининграда вообще не могу представить, когда я испытывал такую жару. Да. Это, если честно, вот мы приедем в Калину и вам расскажем, что... Как хорошо уверенный климат, да? Какой классный климат. Вот нам так наши подписчики и пишут всегда. Вот, потому что все-таки, если холодно, сами понимаете, можно одеть куртку, не знаю, одеть носки, потеплее. Примотать к себе дрелку. Ну, ходить с кондиционером не получится, надо какой-то переносной кондиционер. Да, или скоро будем ходить в карате. Интересные трамвайчики такие, да? Туда. Слушай, как в Польше, смотри, видишь, эти закрытые. А, мне кажется, раньше все вот эти трамваи не сейчас. Чехословакии привозили, смотри, всякие какой... Татры и прочее. Это а этот потом... уже древний. Конечно, не обижайтесь, хабаровчане, но Хабаровск как был, так и остался. Я теперь всегда, наверное, понимаю, почему вы отсюда валите. Вот, потому что все-таки единственное, когда был хороший губернатор, может, появилась какая-то надежда о том, что что-то изменится. Потому что я как сколько вспоминаю, мы с тобой, если едем не через объездную, а через город, то это либо это пробки, либо это разбитые дороги. Да. Вот, и какие-то всякие сужения вот эти. Едешь 3 полосы, и потом бац, 1 полоса, и все это через ямы, куча всяких. Как Новосибирск, смотри, сколько пешеходных переходов. Каждые 50 метров. Это зачем столько? Ну, то бишь, это свои, конечно, какие-то. Ну, судя по зданиям, такие старенькие все. Как-то они новостроек вот не видно вот здесь, эти, да? Типа баракообразные. Может быть, новостройки где-то в других районах? Хотя, спальни. Ты знаешь, я не говорю, что они плохие. Это, скорее всего, большие помещения, личные здания. Но высокие они самое потолки. Плохое. А, то, что даже, заметь, даже в Владивостоке вот эти бараки стали полностью капиталить. Да. Разбирают крыши, штукатурят фасад. Ты спрашивал, вот Самбери. Да, Самбери, то есть получается она региональная, наверное, дальневосточная сеть. Причем наши подписчики цены некоторые озвучивали, и мы их сравнили с владивостокскими. Во Владивостоке дороже некоторые позиции. А потому что они же все-таки оптовики заказывают от ближайших каких-то пунктов оптовиков.
мехов. Поэтому можно и где-то дешевле везти, они все равно закладывают меньше стоимость. Здесь, наверное, какая-то более промышленная, что ли, зона. Это вообще центр города, проспект. Вот это центр города? Проспект. Так, мы едем к площади Ленина. А, нет, нет, мы не доехали. А мы всегда так ехали, ты что не помнишь? Едешь по Хабаровску, всегда вот такие, раз какие-то базы, заводы какие-то, как в Уссурийске. А там даже не, дорога не асфальтированная, вот вправо, сейчас посмотрю. Ничего страшного. Зато до сих пор есть трамваи, да? Даже середина, смотрите, выделена, это для скорой спецтехники. Уж во Владивостоке же нет трамвая. Как нет, это что? Есть? Есть, ты что? Я что-то уже и забыла. А, ну в некоторых районах. В некоторых районах, да. Да тихо там ходит трамвай. В Калининграде только один трамвайный маршрут остался. Потом на другой ходит трамвай, этот. Да, 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 точно, я вспомнила. В центре просто. Зачем он нужен? Да, и все, остальные. Смотри, какие здания стоят. Ну вот, вот они первые, вон интересно. Они новостройки показались. Интересно, могли бы подобные здания как-то перестраивать под те же торговые центры? Ну да, красивые современные. Чем строить их заново и тратить, я не знаю, бабки. А может быть построить легче, чем перестроить? Это не легче, а проще деньги скрыть. А когда ты что-то старое, потому что ты же сама понимаешь, проще новое что-то делать, чем... переделывать старое, вдруг там как-то коммуникации не доделали, потому что 100 раз переделывать и стоит будет это в 2 раза дороже. Ну вот, в более современный район какой-то слева. Один район уже. Такой. Ну, не знаю. Один и тот же, вернее. Правда, трамваи как больше вот эти современные. Цвет какая-то странная, там черно-желтый. Вот даже высотка. Камеры, кстати, везде стоят. Вот если честно, если сейчас нас по дороге никто больше не, ну, вообще не остановит здесь, Хабаровске, я скажу, что Хабаровск перешел границу уже цивилизованного города, потому что я считаю, что во всех городах, ну, чтобы стояли ДПС где-то под заворотнем, это уже, наверное, просто неразумно. Нет, симпатично, смотри, ой, проехала, уже не показала, вот там прям много новостроек, Саша. Вот еще строят там. Да-да-да. Вот где все строится. Да, Саша просто про то говорил, что во всех городах уже камеры стоят и постов нету. Во Владивостоке есть, например, да? В Владивостоке просто это бизнес. Бизнес. Ну там много домов у нас строят. Этого не отнять. Все пустые. Конечно, дорога широкая, но просто как-то... Вокруг ничего. Психологически сам разметку. А, да. Ограничений нет. Он какой-то шатер, что это такое? Это какой-то вот цирк. Цирк. Прикольное здание, прям цирк круглое. Арена. Да, точно. Честно, наверное, у нас все-таки верхушкой власти городской парк имени Юрия Гагарина. Ну, симпатично выглядит, так достойно. Во всех городах и районах у нас одна проблема. У нас бюрократия, скорее всего, и отсутствие власти. Хозяина нет. Нигде нету хозяина. Да. Если раньше хозяина в Владивостоке, это было заметно. Это как-то проявлялось, это долгосрочно было. А так человек приходит, временные там губернаторы, временные глава города, для того, чтобы скрыть какие-то ремонты дорог. Вот, поэтому как только у нас в каждом городе появятся свои хозяева, так люди жить будут лучше. Да, почему бы и нет? Зачем каждый раз тырить и все заново, когда можно один раз. Ну как? Это же тоже бабушка Дальний Восток. Значит, японская, корейская, китайская все еще присутствует везде. Ух, как ты выехал. Ладно, уж на тоже как-то выезжаю. Ну да. Что, не жарко, нормально? Чуть-чуть добавлено. Да, современности чуть-чуть не хватает, да, города? Ну, вроде как, видишь, трамваи, смотрю, современные, а покраска их какая-то. Чтобы они не выделялись от других. Да, не, вот что это такое. Даже видишь, это пятерки во Владивостоке как-то покрасили, а здесь вот спереди видишь тоже какой-то район новостроек. Да, высотки тоже две какие-то, зеленая и голубенькая. Ладно, что, не будем затягивать тему власти, конечно. Да, ну конечно. Вот,
вот надо как-то пытаться выживать. Ну, не знаю, любой кризис, наверное, пойдет каким-то. Я в плане того, что иммиграция присутствует. Главное, что... Я, конечно, не знаю, не хочу ни одного народа обидеть, конечно, но во Владивостоке, допустим, если открыли посольство Таджикистана и Узбекистана, это очень сильно заметно. Очень. Да, потому что приезжаешь на нашу любимую щитовую, а там практически, я не знаю, как будто... Уже как-то... В Турцию или... В Ташкент приехал отдыхать. Если честно, я к ним никаких... Никакого негатива не испытываю, ну просто психологически мозгами не можешь понять, для чего это все и здесь. И в таком количестве. Всегда привожу в Турцию. У них по законам, чтобы принять на работу иностранного гражданина, ты должен, компания должна принять сначала 5 турков, а потом одного иностранного гражданина. Это понятно, гражданина. Но они-то уже едут не для работы, а чтобы получить гражданство. Гражданство сейчас и это еще жить. Упростили. Да, упростили. Потому что сильная эмиграция с регионов. И им надо как-то это все повысить, понимаешь? Угу. Вот видишь, я тебе сказал, поставь на зарядку, а то сейчас выключится. Сейчас, и дальше сейчас. Продолжаешь. Сейчас. Смотрите, вот новостроечки какие-то хорошие. Вообще я скажу, что дороги изменились, но я не вижу, чтобы эти дороги были прям, не знаю, вчера поменены, потому что это асфальт уже, вот смотри, побелел. Ехали, когда по трассе из Владивостока в Хабаровск, в некоторых местах смотри, вот эта федеральная дорога ярко-оранжевая в разметке, да? Ярко-красная. Да. Я сказал, все хорошо видать. Смотри, ну да, сегодня суббота, же... и несмотря на это, очень много машин на дороге. Время да. 9:43. На самом деле, помнишь, в рабочие дни мы как-то проезжали через Хабаровск, вообще тяжело. Слушайте, конечно, очень радует. Вчера мы с кем не общались вечером. Mm-hmm. Все едут в Волчанец, в Владивосток, на море. Довольны. Да, на санаторную, где мы вот снимали. Мы едем на санаторную. Представляете, люди из Петропавловска, Комсомольска на Амуре едут. Вот, видите, трамвай, это вот польские, это новые, вот буквально сейчас ходят. Кто-то же их заказал. Не думаю, что это будет Дегтярев. Политику не вникаю. Смену не отслеживаю. Здесь какой-то частный сектор. Вот впереди камера, да? Контроля перекрестка. Спасибо. Ой, спалась. Спасибо, дорогой, да? Вот. Ну, а так-то город, конечно, обычный, средний, хороший. Ну, я имею в виду, что не сказать, что он прям такой. По сравнению, наверное, чуть больше Иркутска. Это Иркутска, Уссурийска, наверное, да? Да, нет, Иркутск побольше. Я про Уссурийск. Вот Уссурийск, да, едешь где-то да, пятерки, да, девятки, так вот, какие-то низкоэтажные дома. Вот. Ну, конечно, башен таких нет. Нет, да. Наверное, что-то с чем-то Кемерово, вот так вот, тоже серенько чуть-чуть, да? Наверное, не знаю. Ну, все города, конечно, не отличаются друг от друга. Во-первых, это была столица Приморского края когда-то. Вот. Хотя я не знаю, что... Столица – это значит все-таки не сам объект, наследие столицы, да, а тот факт, что здесь было все, мы же все относились к Хабаровску, Сбербанк, там, да, почта. До сих пор. То бишь просто так. Здесь базовались все вот эти, скажи мне, предприятия, ООшки государственные. Ну, смотри, какой новострой. Да, неплохо. Через 600 метров поверните направо. Хорошо. Добавить. Хотя, честно я скажу, что вот мы жили
на Филиппово в Владивостоке. И вот последний день я лежал на своем любимом диванчике и понимаю, что время уже было 3 часа ночи. Кто-то курит, кто-то орет, кто-то на парковке, кто-то где-то. Честно, устаешь психологически жить в очень огромном помещении, где очень много людей. В 22-этажном доме? Все заставлено. Да. Каждый, у каждого свои какие-то амбиции. Кто-то просто вот 2 часа ночи, все окна, естественно, открыты, потому что духоте нет. Это хорошо, когда, наверное, с кондиционером сидишь закрытый, и тебе, в принципе, до барабана, что-то уж как, с кем происходит. Конечно, спите, а я слежу и слышу, кто-то кого-то там бутылкой где-то кидает, потом сейчас по машине попадет, выглядывал раза три. Вот, поэтому, конечно, очень хорошо жить либо, наверное, в каком-то низкоэтажные какие-то помещения, вот как на Невского мы жили. О, дела важных слов, вон, смотри, Михаил Дегтярев, все, он будет баллотироваться стопудово, видишь, уже, а вот же, Вася Рогов. С двух сторон, да, молодой. Давайте, как 3 рубля. Угу. Да, респект вам, конечно. Власть прям по головам идет, да? Угу. Нашего Пушкарева тоже посадили, непонятно за что. Дядька такой был хороший. Ну, как был, он и есть, он выйдет когда-нибудь. Когда позволят это. Я имею в виду, когда Пушкарев был, вот было тоже какое-то постоянство. Движение в городе было. Да, что-то показывали менялось по телевизору, что что-то происходит. А после, как его убрали... Вот эти красивые клумбочки, да? Ну, клумбочки сделали, а лавочек-то что-то как-то... Маловато. Ну, они какие-то есть скромные. Ну, по крайней мере, газон подстригли как-то относительно, да? Так, а здесь что, все? Мне главное прямо ехать, они все поворачивают. А он вот так вот как-то, видишь, дорога немножко, слегка направо. Слегка? Да. Посмотрим. А смотри, эти висюльки висят новогодние. Может, тоже иллюминацию какую-то ночью включают? Может быть, да. Да, не ожидала, конечно, что Дегтярев будет баллотироваться прям. Ладно, ты про политику. Да это тоже немало важно было цель сюда заехать посмотреть. Тоже что едем. Меняется? Ну просто он должен был как-то, я не знаю, скажи мне. Ну, представляешь, целый год люди поставали, выходили в таком количестве. И это же его, можно сказать, его люди, которые будут его избирать. А чтобы как-то это все объединить, надо же как-то выйти к ним и как-то с ними пообщаться или предложить какие-то новые условия или еще что-то. Смотри, какой красивый, Марин. Впереди камера контроля перекрестка. Посмотрела. Саша, как добавить? Я сейчас добавлю сам, вы можете сказать? Стоп. Может, нам вот сейчас не нужен? Шуметь чуть-чуть будет. Да, вообще нормально. Что-то смотри, плохо. Симпатично тоже вот. Смотри, как здорово сделано. Арочки такие с клумбочками, с цветочками. Вон ну прям нам... трава желтая-желтая. Наверное, надо, если такая жара, все-таки как-то поливать, что ли. Вот. Хотя вот видишь, вот работник есть, он там ухаживает что-то за газоном, вот что-то делает, видишь, порядок это наводит. Все вроде как не видно, что это азиаты какие-то убирают. Угу. Детки какой-то убирают, и все. Сейчас мы будем через какую-то эту ехать. Какой-то ремонт. Тросик. Вот так вот ты решила нас обогнать. Да. На правой стороне. Хорошая девочка. Потом мы с вами удивляемся, здорово, почему у нас в этом. Молодцы. А это какой-то аттракцион, и он, видишь? Слушай, а мы в центр Хабаровска, наверное, и не заезжали ни почему разу. Почему заезжали? Заезжали? Этих матерей возили тогда. Показывали с мамкой. Проехали с прямо через центр. Ух ты! Мы приехали. Ух ты, ух ты. Не знаю, девчонки наши вроде полны оптимизма. А вот она, скорее всего, площадь. Да, да, вроде точно, приехали. Давайте чуть-чуть прогуляемся. Че? Ну вот, мы находимся на площади Ленина. Говорят, что это сердце Хабаровска. Уступает по величине только Красной площади в Москве. То есть это вторая по величине площадь в России. Это здание администрации, где вот просили выйти кого-то
куда-то. Вообще интересно, смотрите, протяженность 195 метров, ширина 170 метров. Площадь была основана в 1864 году и два раза переименовывалась. Была сначала площадью Свободы, площадью Сталина, была сначала Николаевской площадью, потом площадью Свободы, площадью Сталина и теперь площадь Ленина. Погоди, еще кого-нибудь площадь назовут. А покажи, ты площадь показываешь? Нет, я тебя показываю. Меня показываешь? Да, давай чуть разверну. Разверни чуть-чуть. Ну. Ну вот что вокруг. Здесь проходят все самые значимые мероприятия. Вот этот фонтан я видела на фотографии ночью. Он разноцветный, такой красивый, классный. Плохо, что его не включает такая жара. Слушайте, оказывается, фонтаны включают выходные в 10, а в будни в 12, по-моему, да, он сказал? И включили фонтаны, мы прям вовремя приехали, да? Прямо мы хотели уходить, и фонтан говорит, да. С дворником разговаривали как-то, что он говорит, о, подожди, сейчас, говорит, фонтан включит, и повернулись и включили фонтан. Это очень красиво. У нас села камера, поэтому мы сфотографировались, да, если что, посмотрите фото. Вообще, я прочитала, что про эту площадь, что здесь проходят все мероприятия, Смотки, самые пристегните. Главные. И всегда проходили. И встреча с первым космонавтом в 62-м году Юрием Гагарином. И с... Встреча каких-то там великих личностей, Калинина, Жданова, Слушайте, это, конечно, может быть не совсем юмор, но голубей все-таки закормили, они да. даже не летают. У нас дети пробежались между голубей, они даже не взлетели, они просто отошли чуть-чуть в сторону. И все. Либо закормили, либо жарко, либо... Жарко. Либо им вообще пофиг этим голубям на все. Гуляют по площади и все. И еще я прочитала, что здесь бесплатный Wi-Fi. Да? Да. Где? Вот, прямо на площади везде бесплатный Wi-Fi. Ничего себе. Да. Выключи маленько. А. А ну то вот. Были на площади Ленина. Ленина, почему Ленина, непонятно, да? Ну, Ленин везде одинаковый. Слушайте, есть это самое, площадь может быть. Хотела немножко. Все это не так. О, кто-то долбанулся уже с утра, смотри. Встретились. Среди дороги стоит. Одиночество. Да. А вот еще какой-то. Полиция приехала. Да, жара, конечно, такая хорошая. Хорошая, лето, так лето. Ну, с одной стороны, правильно. Вот как симпатичные бумбочки. Ну, молодцы, центр ухоженный. Мы где-то по этому проспекту всегда ездили. Угу. О, так они с двух сторон. Смотрите, девчонки, какие цветы красивые. С да, двух сторон. Питонии, смотрите, какие крупные. Девчонки, смотрите, питонии, какие красивые. Слушайте, а можно было проехать, наверное, через центральный? Не знаю. Ну пусть Палыш как повел, так пусть поедем. Ближе просто. Немножко еще город вам покажем и сами посмотрим. Да, мы чаще всего по крайней части города и как-то все и не заморачиваемся. Ну потому что в город заедешь, это время потеряешь. Ну да, зачем? Как а когда целенаправленно, да. У нас сейчас два дня достаточно сложный отрезок пути, это тайга. Через тайгу 2000 километров. Ну это сейчас вот как будет. Вот да. У нас навигатор показывает до Читы один день и два часа. То есть 26 часов. Не километр в час, один день и два часа. 26 часов, так мы машину проедем. 26 часов, конечно, проедем за два дня. Если нам только это не ночь ехать, а ночью бабушку посадим. А вообще, мне, вот честно, в Хабаровске очень понравился тот факт, что дороги, смотрите, какие широкие. Молодцы. В некоторых регионах, не таких город как может в Калининграде, не хватает вот этого всего. Проспекты въездные, улица Невского, вот возьмите, это узкая дорожка, чаще всего переходящая в одну полосу. И все говорят, такие пробки, из-за того, что столько народа. На самом деле дорог нет. Да. Сделать какие-то карманы поворотные, сделать хотя бы две полосы проезжающие и какие-то надземные пешеходные переходы, чтобы их не было посредине, да? Это будет просто большая федеральная трасса. Да, да. Хотя мы сейчас приедем, там, наверное, уже насельную... А ты не туда повернул? Въездную доделали. А, туда. Видишь, какой хитрый навигатор. Так, не поняла, справа. А тебе надо? Девчонки, смотрите, какая карусель. Вот, скажи, сейчас бабушка сейчас скажет. Сейчас такую жару-то да. вообще... Смотри, даже кто-то катается. Нет, девчонки, вы что? Сильно жарко сегодня. Карусель. Это надо озеро. Кстати, вот радует, наверное, если получится, то посмотрел вот я градуснику
в Чите там что-то около 13-19. Ночью было, по крайней мере. Да, улица девочки, да, потом вот в Благовещенске уже тоже чуть-чуть попрохладнее. А в Сковородино, вот, куда мы рассчитываем доехать. Включи холодильник. Холодильник. Видишь, как ревенно горит. Лучше, конечно, с холодильником. Сейчас чуть-чуть включим. Сейчас хотели просто проехать на выезд. На выезд будет через основной мост, который изображен на 5000. Да, да, да. 5000. Что, есть-то никто не хочет, надеюсь? Нет, центральный продовольственный рынок. Я точно, это он. Включила? Да. ЛДПР. Ну, вот еще реклама какая. Так, едем прямо. Вроде благо, прямо, хоть, да. Хоть чуть-чуть навигатор работает, потому что, помнишь, эти Европу, по Европе ездить, это... Кое-где пропадает, да, связь, и навигатор тоже, ехать, да? Ехать куда-нибудь на заправку, подключаться к интернету, и тогда только... Угу. Уютненько. Ах. Вот так вот, смотри. Слушайте, ну трамвайчик, правда, интересно. Идти. Смотрите, в Хабаровске эти хорошие трамваи. Они просто вот покрашены матово. Вот точно такие же сейчас в Польше, но они новенькие, угу. Все блестященькие, все прям как НЛО выглядят, да? А из-за того, что они покрашены, кажется, что им уже 100 лет. Как, да, они как будто вот в каком-то, я не знаю, в старом стиле. Немного их, смотри, один за одним, непривычно. Сейчас уже поели. Вон бархатцев насадили на площади. Вот так, в общем-то, такой провинциальный хороший город. Ну, прошлый раз, когда останавливались в Хабаровске, что-то у нас какой-то была квартира в пятиэтажке, и она что-то такая была... Старенькая. Стрёмненькая. Да, и как-то мы проехались именно по той части Хабаровской, какие-то одни пятиэтажки. Вот, и не впечатлились городом, вообще, да? Не впечатлились. А сейчас вот видите, через центр проехались, как-то прокомментировали. Первый раз вот были на площади Ленина. Очень понравилось, очень красиво. Нет, я старше же. Ну, имеется в виду, что все-таки здесь город старинный. Я тоже младше. Ирочка, интересный. Поверните направо. Эй. Город интересен тем, что он же был и под, скажите мне, под белой властью, тут своеобразно были. Даже вот площадь Ленина когда-то была Николаевская площадь, да? Ну, имеется в виду все-таки, наверное, Николая Царя. Ну да. Вот. Если 1864 год, основание года. Поэтому здесь есть какие-то, скорее всего, впечатления. Это как в Иркутск приедем, там тоже очень интересный город. Про него расскажем отдельно. Да, обязательно. Катайтесь вместе с нами. А вот мы смотрите. Едем вот отсюда, всегда поворачиваем. Да? Да, едем туда прямо. Вот в этой пробке всегда стоим. Угу. Не знаю, здесь чуть-чуть часть. Да, вот сейчас недалеко уже здесь будет мост. Мы через мост проедем, и все, там дача. И особо ничего нету. Вообще, мне показалось, в этот раз прям вот такое положительное впечатление от города у меня осталось, потому что действительно мы как-то все окраинами, и казалось, что он такой какой-то, если честно, простенький, неухоженный. А вот центр можно заметить красивый. Одну вот такую характерную проблему, как чем хуже мы начинаем жить, тем хуже мы относимся к друг другу. Ну да. Потому что каждый раз, когда вот все-таки путешествуешь или еще что-то, передвигаясь, вот мы с тобой сколько лет прожили в Калининграде, и все-таки как-то делали выводы о том, что мы вот гоняли машины там с Москвы, там по дороге, как там поляки относятся, литовцы, а мы на самом деле друг к другу-то примерно так же относимся. Ну да. Да, поэтому особо-то разницы никакой не ощущается. Блин, включи мой телефон на зарядку, а ты свой включил. Я включил. Много трамвайных линий, здесь особо-то не загораешь на машине. Ну а так, в общем-то, город понравился.
если честно, вот, как говорит Варламов, у нас сильно много всего вот этого ляпистого. Вот зачем такие вот мега-автобусы? Люди, мы как-то сами даже пытались заниматься этим секонд-хендом и говорить о том, что, как вам сказать, тогда еще 6 лет назад понимали, что это, в принципе, уже как-то пройденная клиния, да? Mm-hmm. Вот, а когда сейчас в наше время открываются мега-хенды. Ну, значит, они востребованы, раз открывают. Значит, что, люди стали хуже еще жить. Наверное. Что им интереснее бэушный товар покупать. Mm-hmm. Вот, поэтому тогда-то ворочили все голову, да? Mm-hmm. Хотя мы приводили очень хорошие вещи. Иной раз. Много было желающих приобрести. Подписчики из Хабаровска скажут нам, что это за церковь. Если что-то мы неправильно назвали, что-то не так рассказали, поправьте, напишите обязательно комментарии ваши. Нам будет приятно. Залезай. И познавательно. Мы всегда и негативные отзывы принимаем. Познавательно. Да. Поэтому. Конечно, условия всегда вот. Если честно, гостиница, она была, в принципе, как там 5 звезд, да, там? Это название у нее такое. Да. У унитаза даже не было бачка для смыва, стояла рукоятка и кран такой шаровый. Ну, просто эта гостиница уже лет не знаю сколько, 40? Какая разница, ты не поняла? 50. То есть переоборудование не произвели, просто чуть... На столе была розетка, от нее шел кабель. Другой розетки, а потом уходил куда-то за стол, я так и не понял, какие розетки из них работают, поэтому у нас один планшет зарядился, второй нет. Да. Хотя я вроде его воткнул, думаю, вот, видно вроде зарядка, или видно, что провод воткнут. Понимаешь, как это... Да, кстати, если кто-то будет переживать по поводу нашей вчерашней истории, что те апартаменты, которые мы забронировали, нам не предоставили, не переживайте, Booking — это такая компания, она же всемирная, и они вернули деньги, и даже готовы вернуть, если вдруг мы... помочь найти другой вариант, а если он окажется дороже, да, если он окажется дороже, то, значит, еще и разницу в цене вернут. Потому что это самый открытый сайт, мы его не рекламируем, но да, мы всегда через много лет пользуемся. Мы и по Европе через него ехали, с помощью его, них вернее, и в Японии с помощью их бронировали, и в Китае, и... Через всю Россию, от Калининграда до Владивостока, через Booking. Все апартаменты, гостиницы, очень удобно. Так же, как в Хабаровске, приехали в Салоники, в Греции, и пытались на пальцах объяснить хита, там какие-то русскопонимающие были операторы. Так, смотрите, вот на всех выездных трассах всегда стоят какие-нибудь эти автосалоны. Ну да, обязательно. Хотя я никогда не понимаю, вот мне кажется, до того, как все автосалоны открылись, люди как-то интереснее жили. Почему? А потому что покупали купи-продай автомобили, да. И кто-то лучше покупал, кто-то хуже. И каждый раз обновлялся этот автопарк. А когда появились новые автомобили в кредит, то все начали как-то... Жить хуже. Ну, естественно, потому что они набрали себе в кредит, да, по новой машине, и закрылась эта тема вторичный уровень. Да я помню, раньше мы, это, молодежь, да, купил первую свою там какую-то машинку старенькую, там, Маздочку или там Марка какого-то, потом подкопил денег еще что-то, новую, о, я теперь купил, поменяю еще, да, купил поновее что-то. А так сразу все новые, купил одну модель. На всю жизнь и плати кредит, да. И вот нет смысла теперь мечтать о какой-то модели. Мечты же — это тоже какая-то интересная вещь в жизни, чем так просто. То на одной ездим, то на другой, да? Ну, мы сколько раз даже за свою жизнь вспомним, мы продавали достаточно, ну, такой дорогой, но сильно дорогих машин не было, да, из 700 тысяч, да? Ну, тем не менее, продаешь? Мы с тобой, смотри, вот всю машину перебрали, да. Во-первых, в дорогу, во-вторых, зачем нам ее продавать поломанную? Угу. Я про другое хотел сказать. Сколько раз мы тоже продавали какую-то более дорогую модель, потому что нам нужны были деньги на те же там какую-то коммерческую идею или на путешествие, помнишь? Покупали дешевле, но потом все равно возвращались к более дорогой модели из-за этой вот купи-продай, что вторичный рынок работал. Движение средств должно быть, а если просто купить и платить налог, кредиты, это кабала просто, тупик какой-то. Так не должно быть. Машина в кредит, квартира в ипотеку.
И еще потреб кредит на то, что один раз где-то отдохнул. Давай включим. Ну здесь тоже, кстати, начали дорогу делать. Выехали с Хабаровска? Ну не выехали еще. Не выехали? А, ну выездная часть — это пройти мост. Мост здесь такой своеобразный, как все знают, можно на деньгу, да? Ну, я имею в виду, что он такой без всяких вантов-пантов. У них с одной стороны идет такие как бы светильники. Вот, а. Не будет. Опять толпа какая-то. Большие проблемы с альянсом, потому что все то ли пытаются заправиться. Я не помню, что были какие-то там карточки на альянсе. Многие считают, что на альянсе хорошее топливо, прям на остальных ерунда. Стоят пробками. Ну, да. А что здесь, аэропорт? Пока нет. Нет? Какого аэропорта? Точно, это не он. Проходи. По такой жаре работают люди. Сейчас все подписчики скажут, на голову задать. Счастливо по пути написали. Вот смотрите, видите, начали вот эти как бы столбики стоят. Ну вот вся архитектура кто-то придумал. Вот мост. Да, вот с правой стороны чуть-чуть можно увидеть набережную. Река Амур. Вот здесь красиво. Ну да. Здесь... Вот. Да, да. Ну туда как спуститься? Это до пляжа, не знаю. Объезжать. А тут, наверное, дача. Вот видишь, часть вот. Да-да-да. То бишь набережная какая-то. Старинные поезда стоят. Музей железной дороги, вот видишь, как? Вот такой он здоровенный Амур. Хотя сейчас вот вроде по новостям показывают, что он разливается и всех топит. И всех топит. Ну, может быть, не в этом районе, но это же длинная река. Ну ладно. Где-нибудь, где деревни какие-то. Ну вот, мне особо не нравится, потому что голый. Должны быть какие-то, типа, какие-то конструкции, как вот Бруклинский мост взять, да, у него там через верх какие-то такие. Завтра смотри, какие низкие перила, я могу вот так поднять, и, наверное, видно реку. Ну, не факт, а если КамАЗ поедет, то все же это. Вот это не знаю. Я-то, потому что, ну, просто он такой открытого типа. Вот такой он большой. Да, большой, смотри, как разлился. Какие-то надеюсь, островки. Рыбка там водится. Говорят, есть. Это вот хабаровчане пусть нам тут пишут что-то. Это дочери Каамур. Каамур. Называется Амур. Там водятся крупные рыбки, из которых делают черную икру. Да. Так вот речка какая-то. Где ваша речка? Нету? Сейчас только речка осталась. Икры нет. Достояния нету. Все отправили за границу. Или в Москву. В Москве уже насытились, мне кажется, они покупают уже с другой стороны нашу же икру в фирменной упаковке. Так и есть. Так вот. Вяземский икру тоже мы не обнаружили. Да. Мы вспоминали, что когда-то, лет, конечно, 10-15 назад, что 800 рублей килограмм вяземский браконьерской икры строил. Да, поедем. Чуть-чуть пересоленая она такая прям. Нормально. Ну, свеженькая, прям свеженькая, да. Такие деньги мы как раз всем родственникам и друзьям, пока едешь, возьмешь по баночке. А сейчас думают, ну что, вы с Дальнего Востока на икры набрали? Да нафига она нам нужна? Она теперь у нас дороже, чем у вас в магазинах, да? Только что свежая. Икринка к икринке. Саша тогда на работу привез презент начальнику. Он говорит, что а где ты такой взял? За всю жизнь не ел никогда, да? Ну, это так повезло, что бывает. Но это чаще всего только браконьеры продают такую икру. Вот, потому что если покупать где-то на рынке, то такую не возьмешь. И в первую очередь избавляются от предыдущей старой, либо мешают вместе старую с новой. И она вот такая жижа с чем-то. А чтобы прям вот свежачок и икринки, это надо все-таки брать по объявлению, ехать куда-то на квартиру, тебе там вынесут баночку. Хотя сейчас тоже стали в Владивостоке икру продавать поддельную. Да? Мешают ее с этой с икорной закуской и кошмар. Шпаривают. Кошмар. Ай, бог с ней. Как
говорится, не жили хорошо, но и не будем привыкать. Да. Какой длинный все-таки мост, да? Ну как? Долго-долго ехали. Ну причем здесь вот уже просто какие-то, ну как заводи между островки. Да. Чита, 2101 километр. А мы еще остановимся, там будет такая близкая. Ну все, ладно, все, счастливой нам легкой дороги. Что-то будет интересное, покажем и покажем тайгу. У нас подписчики вчера говорят, покажите тайгу, интересно, страшно там или нет. Ну вот такая тайга. Покажем, страшная. Особенно страшно было, когда раньше там какие-то цыгане стояли в кустах, да, ловили. Это же золото выдавали. Не так? Это под Иркутском, они сюда бы и не поехали. Точно, они сами напугались. Это Красноярск, Иркутск, там такая, она простая, туда еще туристы доезжают. Вот, а Бурятия уже не суется. Ладно, вперед. Ну что, говори, Чита. Точно бы я рассказывала, я думала, вот покажу, что Чита 2070 километров, и все, и красота. Ну вот, а, ну, конечно, их очень много, ну, показать, что до Читы вот 2000 километров. Ну, за два дня должны пройти, всегда проходили, да? Номер. Кстати, не сильно жарко, вчера было жарче, приехали с Владивостока. Нам написали, что все, вас ждем, заезд круглосуточно, приезжайте, дорогие. Ну, круто. Да. Наша машинка. Приморье Ван Лов. Ну что, поехали дальше. Покажи. Ага, смотрите. Ехали по какой-то деревушке, покажи, да? Покажи. Девчонки, малина, это сладкая, нет? Покажи. Да. Держи, Лера. Да ладно. О, вкусные, пусть сидят. Что ей показывают, скажи, малина и малина. Интересно. Мы во Владивостоке не были, и вот сколько проехали по вчера до Хабаровска, нигде малины нет. Продают красную смородину, продают, ну, овощи разные, даже и ранетки какие-то уже продавали, арбузы, а не, малины не, нет. Малины, это, кстати, не ремонтантная, а просто... Обычная, да, конечно, сейчас-то еще июль, сегодня 24 июля. Сейчас Саша отметил, что сделали дороги прям вот много очень хороших дорог. Кругом и даже тротуарчик есть. Вот продолжается прям вот на протяжении всего, сколько мы едем, тротуарчик. Молодцы. Хотя бы дороги сделали, эти, да? Эти краны поставили. Краны. У-у-у. Хорошо, едем. Ну вот. Приезжаем вывеску Биробиджан. Да. Чита. Развилка. Вот здесь раньше КБ было, теперь парковка. Как точно. Хорошо. Меняли гаишников на парковку. А здесь мы с тобой ночевали всегда. Да, 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 да. Здесь небольшой ручей раньше. Ну все, да, вот этой дороги раньше не было вообще, когда мы по первости гоняли машины. Здесь просто ее не было дороги. Какая-то грунтовая была. Как-то они общались в поселке между собой чуть. Ну, как направления не было дороги. Ну да. Нет, направление было. Стеллу. А дороги не было. Стеллу мы сегодня, кстати, должны ее проехать сейчас. Ну да. В начале. Вот. И от нее начали вот это, типа как бар, такая дорога. Дальневосточная, да, шоссе. Причем очень долго делали же дорогу прогулки президента. И поэтому не разрешали по хорошей дороге ездить. Там лежали ограничители, булыжники какие-то. Заставляли ездить по грунтовке рядом, да? Да, по обочине вдоль дороги. Да, по обочине. Хотя дорога давно уже была построена. Да, да, да. Ну, ее специально, ну, ее, видать, как муляж сделали, да, чтобы потом, когда соберется президент ехать, они быстренько подметут, да, новую разметку наклеят, и как бы вот она, огонь. Но мы потом проезжали уже после того, как открыли эту дорогу, и, к сожалению, она очень быстро в некоторых местах где-то просто сплыла. Просела, да, где сплыла. То есть не по технологии, наверное, как ты сделала. Это муляж был. Mm-hmm. Сейчас, кстати, будем проезжать путинскую заправку, где он на своей Ладе желтенькой в Калине заправлялся. Там, не знаю, можно зайти в кафе, можно сходить. Мы зайдем, покажем. Ну там в этом кафе, короче, фотографии раньше висели. Путин как заходил туда, там еще кого. Хотя возле нее была грунтовка. Дорога находилась на грунте, просто не асфальтирована. Ну а так вот, кто просил тайгу, примерно она будет. Вот так выглядит. Выглядит, да, все эти 2000 километров. То какие-то лесочки, то какие-то болота справа-слева. Вот так вот, так и идет. Ну не сплошным лесом. Да,
Ничего в ней страшного такого нету. Обычная дорога. Перебегают иногда. Причем Саша сейчас говорит, интересно, здесь знаки быки и коровы нарисованы, да? Да, везде по России олени. Олени. А здесь быки и коровы бегают через дорогу. Ну сейчас включимся, где будет заправочка, да, заедем на нее. Можем заправиться, конечно. Просто такое место очень симпатичное. Тоже предгорье какое-то, да? Леса густые. Вот тоже тайга все это. Речки. Да, речки горные по краям. Дорога, кстати, более-менее неплохая. Видно, кто-то меняет вот эти кусками. Нет, здесь что-то восстанавливают. Смотри, прям хорошая дорога, да? Здесь же болото, вот видишь. А так предгорье такое красивое. Саша сейчас вспоминал, рассказывал, что мы когда-то ездили здесь просто на виды. Крутовка. Два дня были по гриву. Ну, по гравию. Там, видите, болото. Да, это болото. Болото, попробуй болото отсекать. Ну да. Мы когда, помнишь, первую дорогу здесь положили, такие плавуны были, когда ехали, там подпрыгивали. Да, да, да. Можно ездить. Саша еще говорит, заметил, что трасса оживленная. А причем, вот видите, смотрите, сколько. Да, навстречу едет, навстречу именно. То есть раньше в основном были одни перегоны и дальнобойщики, которые ехали по направлению из Хабаровска как раз туда, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, туда. А сейчас, а видите, сейчас навстречу прям много-много-много машин. Ну, люди с дорогой обрели возможность посещать Приморский край, да, полноценно, ездить на море. Да. Это здорово. Дороги не было, никуда не ездили. Так что очень хорошо, что есть дорога и что ее до сих пор ремонтируют. Да? Хотели вам показать пит-стоп кафе-то где. И прямо буквально фуру едем, обгоняем минут 15, наверное. И прямо на обгон пошли и проезжаем при обгоне. Да, по правой стороне. Так что извините, заправку путинскую не показали. Ничего там не изменилось. Такая же грунтовка, кстати, обычная заправка. Фотография будет. Да. Даже не подумай, что какая-то там особая заправка. Кстати, мы сейчас проезжаем такие места, когда, помните, в уральских пельменях ждали Путина с аккумулятором. Да. Где-то здесь было это. Где-то эти есть деревья. Но симпатично все равно, природа здесь хорошая. Лес смешанный, березка, дубок. Тополь появился. Чем-то на Горный Алтай смахивает. Но потом в Бурятии будет вообще. 1840. Ну вот, уже продвигаемся. Я сейчас сижу и думаю, вот мы раньше настолько часто путешествовали, особенно на машине, что буквально вот месяц-два, если никуда не едешь, то потом прям вот изголодаешься по дороге именно. Потому что куда вот куда-то двигаться, что-то новое видеть, просто в машине. Каждый раз охота заправить бак и сказать, ну что, дунули? Да, у нас даже девчонки, хоть и маленькие были, они привыкли с собой сразу все игрушки. Этим выигрывает Калининградская область. Да, да. Возможность путешествовать по Европе, по области много. Вот, поэтому... Замечу, все-таки неплохо все-таки делают дороги. Мы просто поражены в лучшую сторону. Очень много сделано, прям больших участков дороги хорошо сделано, где можно спокойно ехать. Может быть, они поняли, что на этом надо деньги зарабатывать? Наверное, наверное. Люди стали тоже путешествовать больше, соответственно, больше... Блин, здесь вот посредине какашек меньше. Да? Я боюсь, что она куда-нибудь съедет, камера бежит, продержать нужно. Все равно симпатично, красиво, да? Такой простор. Как будто мы в чаше какой-то, да, как в этом. Thank you.
смотрите, говорит, вы в чаше. Не, ну посмотри, какие красивые дороги-то, удобные, хорошие, разметка, широкие. Двух-трехполосные кое-где. И разбилки все сделаны. Ничего, да, не болтает. Я как вспомню, как мы тут прыгали, как сайгаки. Да. Раньше. Да, вот такие поселочки, да? Прям предгорье, как во Владивостоке. Так же Владивосток же начинался на солнце. Да? А мне почему-то это больше Горный Алтай. Нет, Вадик же вот такой же, такие штопки были. Открытые, зеленые, их потихоньку так настраивали. Застроили. Это надо показать. Просто я не знаю, насколько это будет видно, конечно. Лучше через свое стекло показывай, потому что это сильно грязно. Вообще, ты посмотри, как здорово. Какой-то населенный пункт именно в горах окруженный. Предгорье, да. Вообще дорога, конечно, такая сейчас симпатичная. Места красивые. Кстати, заметь, что раньше не было здесь вообще никаких, скажи мне, ни полицейских, ни... Вообще ничего. Вообще ничего. Тут расстрелянные остановки стояли. Да, это правда. Каждая остановка вся расстреляна. Сейчас там поморгали, я думаю, откуда тут гаишники, да, тут камеры стоят. Камеры. Причем камеры везде понаставили. Очень-очень много, на всем промежутке. Даже... Такая просто грунтовая дорога была, и были объезды, а вот здесь
просто по той дороге была, потому, да, она была закрыта. Готовая, но в принципе закрыта. Грейдеры, засыпали, да. Грейдеры. И все стояли, не знали, куда деваться. И кто-то, кто покрупнее на джипов, протаптывали дороги. А за ними все стояли. А там достаточно такой большой участок дороги и тоже грунтовый. Я говорю, а там же был асфальт. Саша говорит, сняли весь полностью. И прям вот на эту грунтовку сверху лепешки кладут и все. Ну, да? Имеется в виду на эту же подушку опять можно. Да. И без всяких, скажем, не водоотталкивающих покрытий. Чтобы через год снова делать. Да. Вот так красиво. Конечно, очень удивляет, такое место классное, ничего нету. Леса столько кругом, откройте завод какой-нибудь типа IKEA, да, и делайте свою мебель из натурального дерева и продавайте по всей стране. Погоди, нам валить дерево, это самое лес, и да, продавайте гранит, чтобы они там делали и нам обратно. Отправляли в виде мебели, да? Как будто у нас в стране извелись эти специалисты. Вот так вот и едем вверх-вниз, вверх-вниз. Интересно, да? Ну, удивление, вот дорога старая, она еще сохранилась. Сохранилась. Так надеялись, что дождик пойдет, а жара все усиливается опять. Да. И так спускается. Жалко прям машину, что пожарение. А солнечко хорошее. Или он хорошенький, молодец. Хочется поделиться, я не знаю, видно будет на камеру, нет, но прям вот некоторых не стало. Когда начинаешь, говоришь, о, сейчас сниму, и пока камера включается, уже так. Уже вроде не так красиво, уже вроде обычно. Так что. Остановились вот в таком месте. Дом у дороги, гостиница, кафе. Молодцы, так уютненько, большая парковка. Маринка там что-то не хочет уходить. Ярочка, пойдем что-нибудь покушаем. Марин, скажи пару слов. Так, что-то мы так долго ехали, и не было ни кафе, ни магазинов, ничего. И тут вдруг дом у дороги, гостиница, кафе. Бабочки, смотри какие. Ого, красивая. Была. Ничего себе, здорово, да, ну уже все. Пошлите уже, жарко. Крист! Пойдемте. Вот смотрите, какие интересные. Заказали мы вкусненького супчика, гуляша. Кто-то каждый здесь, видишь, останавливается и оставляет такие вот денежки с росписью. С Якутии вот кто-то, да, ставит. Она пошла на рыбалку. На рыбалку пошла? Она пошла на рыбалку. Значит, ешь все. Маринка, ну что, вкусное? Подскажи. Ну, я две ложки попробовала. В принципе, больше вкуснее, чем мы вчера кушали. И дешевле, кстати. И обстановка такая интересная, да. С кондиционерчиком, да? В принципе, ценник на всех пятерых нас опять получился такой же. 1200-1300. Но из них самое дорогое — это напитки. Кушай. То есть вот купить спрайт или сок — это 120-130 рублей. А так на 1000 рублей. Первое — борщ, второе — котлета или гуляш с картошечкой. Вот. Ну и да. Вкусно. Ладно, мы кушать пошли. Ну что, друзья мои, вернее наши. Мы поняли, что надо смотреть по дальнобойщикам. Да. Они поедут именно туда, куда надо ехать, да? Все хорошие кафе, все гостиницы, да, ерунду всякую не едят. Прямо перед нами дальнобойщик резко затормозил, и мы за ним. Мы такие, о! Но он, наверное, не поедет куда не надо. Вот, поэтому сюда заехали. Это было не зря. Не зря, неплохо. По крайней мере, все какой-то деревенский продукт. Да, чувствуется и мясо, и картошечка. Ну, неплохо. Просто так кондиционерчик, так чистенькое, более-менее. Саша говорит, а что же раньше мы, говорит, картошку жарили на газовой плите? Ну, я тебе сказал про то, что, говорю, мы как-то раньше по привычке с тобой старались куда-то быстрее. Побыстрее проехать. Сейчас, наверное, минут 30 потеряли. Сейчас. Ну да. Мы вот это расстояние раньше проделывали за 4,5 дня. Сейчас мы рассчитываем примерно
возьмешь что-нибудь поесть, да, и останавливаешься где-нибудь в крупных городах. Угу, и все. А заехал в супермаркет, опять набрал, опять летишь. Все равно приятно, ребятишки накачали, даже успели чуть-чуть покачаться. Мы бы даже еще побыли бы, но вот просто ждем, не дождемся, когда изменится в лучшую сторону погода, потому что вроде как пасмурно должно быть. А козырище. Козырище под 40. Да, да. Не знаю, ну больше 30 градусов. Ну мы посмотрели, что-то там ближе к Байкалу, к Чите уже плюс 19. Ну да, можно хоть выйти, постоять, погулять. А тут как погулять? Такая жарища, оводы, все это около тебя, все это летает, а ты для них прям как будто медом намазанный. Ты по-другому пахнешь, чем местные жители. Может, надо брызгаться чем-нибудь, местным чем-нибудь. Наверное, как-то так. Вот, ну ладно, едем дальше. Девчонки, тихо. Тихо, смотрите, что, смотрите, как вода такая, как будто лед, да? Ага. Пена. Смотри, какая. А вот там ГЭС не было же ее, мне кажется, да, Саша? Что-то я не помню. Я не помню такого. Ну, по крайней мере, 4 года назад мы ехали, я не помню. Вон она впереди уже стыла. Да. Ура, вот тут тогда снимемся. Ну, интересно там, что естественно, вода такая. Фу, кого триггерит? Надо. Ну что, вот она стыла. Да, Маринка? Она стала как бы интереснее, когда мы первый раз сюда поехали. Была только стела, а дорога была щебенки. О, квасика, хотите холодного? Вот, хотим. У нас полторашка где-то была? Да. Иди, бабушка, сразу набери. Бизнес. Сразу бизнес. Давайте нас сфотографируют. Давай. На этом месте. Наконец-то пошел дождь. Ура! Да, мы дождались. Да, у меня ж машина шипит, походу, делает. А я вам говорил, что... Сейчас как ливанет, дорогу быть не видно. Да хрен. Да? Материал включен. Сейчас увидели опять одну прострелить ногу. Они все-таки остались. Их просто покрасили, да? Обновили. Подвыправили. Подвыправили чуть-чуть. А так тайга не страшная. Вот тайга и тайга, да? Что такое? Ну как не страшная? Страшная? Тайга страшна только тем, что... Сами покупаем с откуда-нибудь из Египта. Смотри, сколько земли. Пригласите всех их к нам жить. Да? И пусть они выращивают. Чего там страшного? Они тоже не хотят заселять незаселенные земли. Они ради бога. Вот с Узбекистана переселенцы едут. Они же не едут в деревню, чтобы их поднимать. Они едут только где ничего делать не надо. Вот они приехали во Владивосток. Сначала поработали маленько, потом говорит, а нафига, когда можно в Яндекс.Такси поработать и эту же соточку заработать. Вот маленько ополоснулись и... Ну ладно, охладились. Да, вернемся к той теме, что на самом деле очень большие расстояния, где нет вообще ничего. Вот было бы хотя бы как-то вот так, потому что здесь вам и заправка, здесь мотель, здесь и ресторан какой-то. Возможно, магазинчик есть, да? А когда ты едешь и долго-долго-долго нет вообще ничего, элементарно воды не купить или там что-то перекусить. Цивилизованный человек вот не поехал бы вот на подобные, как сказать, кафешки, потому что с виду это какая-то... Будка. Грунтовая какая-то дорога, да, парковка какая-то стрёмная. Нет, чтобы если это для дальнобойщиков, ну, можно было как-то, я не знаю, гравием или еще чем-то... Как-то все-таки заасфальтировать, потому что здесь же асфальт вложили. И могли бы туда договориться как-то там за недорого, да? Какую-то разметочку сделать, как-то какие-то кабиночки, не знаю, мусорки, душевые какие-нибудь на улице, нет? Или вообще просто какие-нибудь заманухи, которые привлекли бы клиентов. Как вот в американских фильмах смотришь, стоит какой-нибудь огромнейший статуя какого-нибудь ковбоя, да, и машет рукой или еще что-нибудь там, заходите там. Ночуй, есть бар. Ты знаешь, хотя бы хоть что-то сейчас появилось. Раньше-то и этого не было. Вот просто вот это подобие забегаловки. Вот первая была вообще забегаловка. Вот это было более... Которая вчера, да. Вчера вот на Хабаровской трассе вот этой просто из
холодильника доставали, открывали и давали. Сегодня хотя бы видно, что приготовили сами. Только ну и так горячий. Вроде все более-менее да. По-деревенски. Ну да. Особенно окрошка на воде, это было вообще... Я не знаю, может кто-то любит. Да. Ну говорят, где-то даже... Я всю дорогу... Все, вечереет просто уже. А нам еще часа, наверное, 3 ехать. Поэтому, думаем, опять по темноте приедем, не будем снимать. Потому что это уже не те лица. Вообще. Ну, это примерно мы до того места, куда планировали доехать. Там можно покушать, там несколько отелей справа-слева. Если будут места, будем там ночевать. Нет, значит, она самая популярная, особенно часов после 12. Да. Район Могочи, Магдачи, где-то вот там. Нет, гостиница Уют, еще какие-то вот такие для дальнейших. И для всех желающих. Поэтому, наверное, на сегодня пока. Да, на сегодня пока. Завтра еще... тайга дальше, да? Не знаю, получится, нет. Если будут какие-то места, потому что...